Добрый день всем зрителям канала «Школа охраны труда». Сегодня на канале я расскажу, как можно заменить автомагнитолу на автомобиле Honda Civic, заводскую на современную магнитолу, и как это сделать безопасно. Проблема в том, что в автомагнитоле Honda используются разъемы, в которых 16 контактов, то есть 16 пинов, а в современных автомагнитолах используется Европин, где всего 12 контактов. Ну, вот сейчас попробуем разобраться, какое соответствие проводов между этими контактами. Попытка разобраться с использованием схем и соответствий цвета проводов лично у меня к успеху не привело. И я расскажу вам о том, как в результате можно подключить эту автомагнитолу, как это получилось в моем случае, с использованием номеров контактов. При этом еще раз хочу подчеркнуть, что нужно очень внимательно соблюдать все меры безопасности при подключении 12-пинового разъема автомагнитола. То есть делать это нужно при отключенной аккумуляторной батарее. И перед подключением аккумуляторной батареи еще раз убедиться, что вы нигде не ошиблись с полярностью. Вот схема соответствия, которая у меня получилась, и автомагнитола заработала. Слева это стандартный Европин разъем 12-пиновый, то есть 12 контактов справа. Номера контактов на 16-пиновом разъеме Honda. Волноваться тут не стоит, потому что в обоих разъемах контакты пронумерованы. Здесь просто в табличке я вам даю соответствие. То есть левый фронтальный динамик на новой магнитоле. Это первый, девятый разъем хондовского разъема. Тыловой левый динамик. Второй, десятый. Аккумулятор. Плюс аккумулятор. Обычно это желтый провод. Это пятый разъем. Земля, одиннадцатый разъем. Фронтальный правый динамик. Восьмой и шестнадцатый. Тыловой правый динамик. Седьмой, пятнадцатый. Ну и дополнительно еще нужно подключить ключ зажигания. Это 12-й контакт евроразъема. У Honda это 4-й контакт. Вот. После такого подключения у меня автомагнитола завелась. Работает без проблем. О чем делюсь опытом с вами. Будьте здоровы, оставайтесь на канале.